Лица уральской национальности. Челябинск. По пьесе Александра Островского «Бесприданница». Браво, 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 Лариса Дмитриевна! Лариса Дмитриевна, экая вы затейница! К нам пришел пешком, к нам пришел пешком Карандышев, да! Подлец! Ого! Карандышев! Дорого вы наш! Лариса Дмитриевна, я очень беден. Я смертельно болен, и на руках у меня 14 детей. Меня в конец замучили кредиторы, я живу в конюшне. Выходите за меня. Нет! Ну почему? Потому что вы жалкий и тщедушный человек, Карандышев. Так не доставайся же ты никому! Ну погодите вы, ну что вы! Эх, гулять сегодня буду! А Карандышев, уйдите. И вы тоже уйдите. Вот вы втроем останетесь. Хотя нет, вы тоже уйдите. Уйдите, уйдите. Всем шампанского! Лариса Дмитриевна, а спойте нам что-нибудь. Господа, спрятайтесь. Так не пой же ты никому! Ну уймитесь вы, ну что вы! Голубушка, спойте, не стесняйтесь. С удовольствием. Лариса Дмитриевна, поете в ля миноре, да? Голосом не форсируете особо, да? Почище там, и на ре переход почище должен. Начнем. А напоследок я скажу. А напоследок я скажу. Хорошо, Лариса. Прощай, любить не обязуйся. Не форсируй. С ума. Схожу или восхожу. Чище. К высокой степени безумства. Больше импровизации, Лариса. А и напоследок я скажу. Браво, 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 браво. Господа, господа, смотрите. Лариса Дмитриевна, голубушка, а что вы пьете? Я гормональная. Барин, барин приехал. Сергей Сергеевич 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 приехал. Стоп, 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 стоп. Ага. Так, ну-ка ты. Сергей Сергеевич приехал. Ага, хорошо, теперь ты. Сергей Сергеевич приехал. Замечательно, теперь ты. Павел Федорович приехал. Сергей Сергеевич приехал. Лариса Дмитриевна, голубушка, разрешите вам подарить это украшение. Эту безделицу. И позвольте надеть ее на вас собственноручно. Нет, это на палец, на палец. Пойду в шкатулочку положу. Вокруг шкатулочки. Так не клади ты вокруг шкатулочки! Да ну уймитесь вы! Сергей Сергеевич, у вас же недавно юбилей был, 60 лет. Господа, а мы забыли поздравить. Поздравляем! Эх, голубчик, меня поздравляли такие люди, так что мне пофиг, забыли вы меня поздравить, не забыли. Лариса Дмитриевна, голубушка, а может по такому поводу нам что-нибудь уже и станцуете? С удовольствием. Давай, Лариса! Нифига себе! Господа! Господа, а пойдемте на заднюю палубу смотреть, как караси под винт попадают. Шмяк, шмяк, шмяк. Карандышев, уйдите! Лариса Дмитриевна, а давайте с вами сбежим с этого парохода. Позвольте, ну куда же мы убежим? Вокруг вода. Я все продумал, в каюту. Лариса Дмитриевна, а поедемте со мной на Ибицу, в Саратов.
Эдакий вы человек, я посмотрю, прыткий, да? Прыткий, прыткий. А слабо ли вам с 12 шагов в стакан попасть? Отчего же? Нет, постойте. Вот так. Ну-с, голубчик, боитесь? Я ничего не боюсь. А я не с вами разговариваю. Боитесь, нет? Сергей Сергеевич, давно у вас хотел спросить. Вот вы так девушек очаровываете. Расскажите, как вы это делаете? Сейчас покажу на примере. Мохнатый шмель, на душистый хмель. Что там сейчас происходит? Она обернулась. Она после хмеля все время такая реакция, знаете ли. Цапля серая. Камыши, да? Цапля беспробойный вариант. А цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей. И вот сейчас вот контрольный в голову души. Так вперед за цыганской. Она упадет. Так назад, так ко мне. Вот. Сергей Сергеевич, продайте рецепт, 5000 даю. 5000 по рукам, пробуйте, голубчик. Мохнатый шмель. На душистый хмель, цапля. Сергей Сергеевич, вы что, продали? Господа, господа, а извольте сиськи чаю. Что? Господа, извольте чаю. Послышалось. Послышалось. Я все понял. Лариса Дмитриевна, вы разве не видите ничего? Они же вас сюда приглашают не для того, чтобы на танцы ваши посмотреть или послушать, как вы поете. У них же у всех только одно на уме. Карандаши! Лариса Дмитриевна, голубушка, не слушайте их. Мы все сюда приходим, потому что с вами весело, и Василий Данилович всех исправно угощает. Ну. Я все понял. Вы все со мной из-за денег дружите, а не потому, что я вот так умею делать. А это для вас пустой звук. Василий Данилович, ну что ж вы... Лариса Дмитриевна, а выпейте-ка водочки. Ну что вы, право, не стоит. Не хочу градус понижать. Я все поняла. Вы же меня пьете для того, чтобы драться, песни орать, да под столом валяться. А я-то, дура, думала, что я вкусная. Господа, мы на отдыхе или нет? Давайте отдыхать. Давайте отдыхать на походе. Скажите мне, после всего, что между нами было, жена я вам теперь или мне заяву писать? Карандышев. Так не доставайся же ты никому. По пьесе Островского в этом месте Карандышев убивает Ларису Дмитриевну. Но мы на КВН, поэтому Лариса Дмитриевна отделается легким огнестрельным ранением в ногу. Сопля серая, камыши, а цыганка.